Подходит время к Рождеству, жиреет белый гусь. Подходит время к Рождеству, жиреет белый гусь. Кто целый гривенник мне даст, за тех я помолюсь. А если гривенника нет, подайте мне пятак. А если нету пятака, я помолюсь и так. Холодно было в этот вечер, а вечер был особенный. Рождество. В эту холодную зимнюю пору по улице шла маленькая бедная девочка. Родители ее недавно умерли, и она осталась одна. В кармане ее старенького платья лежало несколько пачек серных спичек. Она продавала их прохожим на улице. За весь день у нее не купили ни одной спички. Ей не дали ни гроша. Она брела голодная и продрогшая. И так измучилась, бедняжка. «Кто-то умер», — подумала девочка. Она не раз слышала, как говорили взрослые, когда падает звездочка, чья-то душа отлетает к Богу.
наконец, девочка нашла себе уголок за выступом дома. Она так устала за день, что идти не было сил. Ручки ее совсем закоченели. Спички. Ах, как бы согрел ее маленький огонек. Если бы только она посмела взять спичку, чиркнуть ею. А утром за выступом дома нашли девочку. Но она была мертва. Рядом с ней лежало несколько сожженных спичек. Девочка хотела погреться, говорили люди. И никто не знал, среди какой красоты она теперь была. Там, где нет ни голода, ни холода, ни страха. Как встретила она рождественское счастье.